Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. Это мой маленький братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свинья. Свинка Пеппа. Икота. Пеппа, Джордж, мама и папа завтракают. Прекрасный солнечный день. Пеппе и Джорджу не терпится пойти поиграть в саду. Мама, можно мы пойдем играть? Пойдете играть, когда позавтракаете. Джордж, не пей сок так быстро. Джордж пил сок слишком быстро. Теперь икает. Можно мы пойдем играть, мама? Нельзя, пока Джордж икает. Но Джордж перестал икать, мама. Правда, Джордж? Хорошо, идите играйте. Но следи за Джорджем. Пеппа и Джордж любят играть в саду. Джордж, я кину мячик, а ты его поймаешь. Джордж, перестань икать. Джордж, теперь ты бросай мячик, а я поймаю. Джордж! О, боже! Икота Джорджа портит игру. Джордж, я знаю, как вылечить икоту. Делай, что я скажу. Потри макушку и свой животик. Все, ты больше не икаешь. Кажется, способ Пеппы вылечить икоту не сработал. Джордж, все неправильно. Я знаю другой способ. Сначала подпрыгни 3 раза на одной ноге. Теперь сделай взмах руками и высуни язык. Теперь закрой глаза и быстро повернись 3 раза. Новый способ Пеппы тоже не сработал. Джордж все еще икает. Знаю! Чтобы вылечить икоту, больного поросенка нужно напугать. Джордж, я тебя напугаю. Но запомни, это просто игра, и ты перестанешь икать. Запомни, это просто-напросто игра. Пеппа, с Джорджем нужно играть аккуратнее. Он же маленький. Прости, мама, я пыталась вылечить икоту. Джордж перестал икать. А вот пришел папа с 2 стаканами сока. Джордж, если будешь быстро пить, опять начнешь икать. Я не такая маленькая, как Джордж. Я могу пить сок так быстро, как хочу. Свинка Пеппа. Авторы сценария и режиссеры Невилл Эсли и Марк Бейкер. Композитор Джулиан Нот, продюсер Фил Дэвис. Свинка Пеппа.